Уважаемые коллеги, высокий президиум, разрешите от имени компании AirPharm и от себя лично сначала поблагодарить за возможность выступить сегодня перед вами. Что хотелось бы сказать на сегодняшний момент? Что наверняка уже назрел вопрос, что же такое Биодайм и почему Биодайм? Почему возник такой флагманский проект совместить два моноклональных антитела в один препарат и зарегистрировать это как один препарат на территории Российской Федерации? Естественно, хотелось бы еще раз повторить, что проект это первый, что раньше такого никогда не делали, и этому, наверное, есть разумно объяснимые причины. В первую очередь, это было сделано, конечно, потому, что именно эти два моноклональных антитела показали свою эффективность при лечении пациенток с HER2 положительным раком молочной железы наиболее выраженно, наиболее эффективно. И ни один препарат по отдельности не показал того, что показывает синергизм двойной блокады рецептора HER2. Это, естественно, первое. Второй момент – это момент юридический, наверное, можно так было бы сказать, о том, что пациенты могли бы получать этот препарат одновременно. Почему? Потому что не секрет, к сожалению, что бывает такое, что препарат один есть в наличии, а другой препарат по каким-то техническим причинам находится в данный момент недоступен. И чтобы таких вещей не возникало, чтобы не возникало прецедентов с тем, что пациенты не могут получить два эффективных моноклональных антитела одновременно, был выбран такой проект, набор Биодайм. И третье, конечно, это логистические причины, это уже более, наверное, такие моменты экономические, транспортные, производственные, которые также помогают доставить два эффективных моноклональных антитела до пациента вместе. Почему же мы об этом говорим? И где находится, где производится Биодайм? И хотелось бы с гордостью сказать о том, что регистрационное удостоверение на препарат Биодайм владеет российская фармацевтическая компания AirPharm. И поэтому, хоть это проект и международный, естественно, в состав этого набора входят препараты, которые выпускаются в Америке, в Швейцарии, в Германии. То есть это достижение группы компаний Roche, да, собранные как бриллиант в России, в упаковку компании AirPharm. И так как компания Roche достаточно известна и уважаема давно вами, хотелось бы сказать несколько слов о том, что же такое компания AirPharm. Компания AirPharm – это группа, международная группа компаний. И если говорить о том, какая же была мечта, да, то мечтать хочется о великом, как всем. И вот мечта была создать международную российскую компанию. И на сегодняшний момент, всего через 14 лет после ее возникновения, мы можем говорить с гордостью, что AirPharm – это международная компания. И как компания, миссия которой является доступность всех инновационных препаратов для жителей Российской Федерации, возможность быть международной компанией, наверное, это та причина и есть, которая служит этой цели – получить все наиболее инновационные препараты для пациентов на территории Российской Федерации. И благодаря этому мы можем сказать, что компания является компанией полного цикла. У нас есть научные подразделения, которые находятся в Японии и Америке. У нас есть заводы, которые находятся как на территории Европы, так и на территории Российской Федерации. И если мы говорим о препарате Биодайм, то благодаря вот таким препаратам был построен цех для производства биологической продукции на заводе «Артат», это Костромская область, Сусанинский район. И там этот препарат производится на сегодняшний момент. И, естественно, это возможность, логистическая возможность доставки препаратов на территории Российской Федерации и возможность в ближайшие районы от нахождения заводов доставки препарата собственными транспортными системами. То есть это полный цикл, это возможность контролировать эффективность препаратов, которые получают пациенты в Российской Федерации от момента разработки молекул до того, как они поступят и будут введены нашим с вами пациентам.
Естественно, когда, да, когда вводится этот препарат? Мы сегодня много об этом говорили, и это метастатический HER2 положительный или местно распространенный неоперабельный рак молочной железы. Это первая линия терапии, и, как вы сегодня видели, это дает возможность практически более половине пациенткам достигать общей выживаемости практически 5 лет. Что же еще хотелось бы сказать? Сегодня мы уже, в принципе, несколько раз говорили о том, как принимается препарат. Хотелось бы заострить ваше внимание на том, что препараты раньше в исследовании, самое первое введение препаратов было разнесено. Препарат пертузумаб принимался сначала, и через сутки после этого, после первого введения препарата, вводился препарат герцептин и далее химиопрепарат доцитоксел. А потом все последующие введения проводились одномоментно. И так как безопасность этого введения оказалась очень выраженной, в настоящий момент мы говорим о том, что препарат пертузумаб вводится первым, затем через 60 минут можно уже вводить герцептин и доцитоксел. То есть это тоже возможность получения одномоментно эффективного лечения для пациентки. И это тоже достаточно удобный момент и для пациенток в том числе. Что бы хотела сказать еще? То, что первая доза, так как она является нагрузочной, она требует двух упаковок препарата Биодайм. Все последующие – это одна упаковка. И в заключение, что еще хотелось бы сказать? Мы, конечно, говорим, что это российский препарат, препарат Биодайм, но это препарат с подтвержденным швейцарским качеством. Да? Это с качеством препаратов, которые производятся группой компании Roche. И вот этот длительный процесс, который идет уже достаточно давно, на сегодняшний момент находится на финишной прямой. И препарат уже готов и в ближайшем времени будет доступен для пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо.